Вот, мы уже почти приехали, уже берем вот этот вот exit 26B на Индиана Дюнс Парк. Это штат Индиана. Мы съехали на этот exit, который ведет в парк. Visitor Center. Мы проехали главный вход, въезд, и вот сейчас едем вслед за машинами. Прямо они тут застряли. Видимо, там нужно платить, наверное, за въезд где-то, потому что двигается очень медленно. И впереди нас на карте видно, что там вода, озеро. И, наверное, люди стоят тут, чтобы въехать на пляж, платить на это какие-то деньги. Некоторые едут вот сюда, вот сворачиваются, вот. Мы въехали на одну из дорог, сами не знаем пока куда. Не дождались там линии в трафике, уехали направо. Сейчас едем в какую-то зону, посмотрим. Вроде должно быть озеро. Это парк где-то 15 миль протяженностью вдоль берега озера Мичиган. Какой-то небольшой городок тут. Слева где-то от нас железная дорога, и вроде бы с той стороны должно быть озеро Мичиган. Вот Кэмел Бич, а наш пляж должен быть с той стороны. Сейчас мы поворачиваем туда на пляж. След за людьми, которые поворачивают туда же. Упс. Национальный дюна парк. Много зелени, небольшая дорога. Да, красиво. Едем в зону, где можно припарковаться. Написан был значок, что можно припарковаться. Поэтому видно вот эти вот железки. Тут притормаживайте, притормаживайте. Скоро парковаться будете. Больше лиственных. В Арифоне много хвойных, а здесь больше лиственные деревья. В основном даже, можно сказать. Limited beach parking. Лимитированные. Здесь есть вот туалеты. Люди уже пешком идут туда, на пляж, видно. Со своими пожитками. Тоже взяли такой. Вау, вот already. Уже озеро. Вот люди вот не зря там припарковались, взяли вещи. Мы просто пока изучаем, как тут и что. Первый раз в этом месте. Вот пляж. Люди играют. Сейчас найдем еще другую парковку. Может быть, проедем дальше. Может быть, там еще есть пляж. Как океан. Огромное озеро. Озеро Мичиган. District, historic Look district. Look at this home. Mm-hmm. Oh, wow. I think this is 15-minute private parking. Home. 15-minute parking. Public. You wanna go no public access. Oh, okay. For 15 minutes.
Yes, let's do it. It's like historic stuff, see? Угу. Припарковали здесь всего, может, 15 минут парковки. Вот такой вид. Поехали дальше искать парковку. Тут частные дома. А может быть, это отель какой-то сверху. Oh, for sale. Everybody was like. На дороге прям два олененка, мама и... Вау, so nice. Right down the middle of the road. You see, this he's more safe than mom. Mama, show him where to go. Oh, wow. No, you're fine, baby. Road closed. It says road closed. They hide it. It's pretty. Amazing. Yeah, I'll tell you. That was too... Одна свободная парковка, но там только с разрешением. Это разрешение надо купить. Там был полицейский, стоял. Мы спросили, где тут купить можно это разрешение. Он говорит, ну если вы дом купите вот в этом районе, то у вас будет разрешение. Вот. Дома, конечно же, здесь будут дорогие. Вот. Люди купаются. А мы все ищем парковку. Опять вот олень на дороге. Остановился, посмотрел на нас, посмотрел, решил спрятаться. Говорит, не буду рисковать жизнью. Как топь. Вот видите, вода кругом, деревья потопленные. Вот здесь такая дорожка. Парковки все заняты, мы только ездим вокруг. Надо приезжать раньше, сейчас уже полдень, 12 часов, первый час пошел. Наконец-то нашли одну свободную парковку, все занято. И вот идем на этот пляж, говорят, 10 минут зайти вверх, то вниз. Туда мы будем карабкаться опять. Мы вот так устроились. Вода очень чистая. Достаточно теплая. Несколько дней было жарко. Я думаю, буду боюсь выходить глубоко. Показать вот такой берег. Яхты стоят. Там, кстати, глубже, там не глубже, дальше, а там не глубоко, там можно стоять на ногах. А вот здесь вот между, почему-то глубже, я хотела зайти прям туда, но с телефоном не получится. Вот оттуда люди идут. Мы тоже так делали. Надеюсь, мы этот раз пойдем дальше с другой стороны.